Несколько дней назад Алтайский край накрыла 30-градусная жара, и люди массово потянулись к воде. В Барнауле работают порядка 10 точек, где разрешено поплавать, при этом только одна – бесплатная. Это остров Помаскин, и сегодня, в разгар рабочей недели, здесь сотни людей. Жарко, посмотрели, почитали, чисто, говорят, поэтому решили первый раз приехать посмотреть. Многие горожане испытывают нехватку бесплатных зон отдыха. Есть такое испытка нехватки пляжей в городе, если даже вот один, потому что очень большое количество людей, которые хотят отдыхать, особенно сейчас, в данное время, потому что очень жарко, и желательно бы, чтобы было больше пляжей. Мы просто бесплатно пришли сюда и все, покупаться, потому что неохота особо тратить деньги. Мест отдыха, где можно поплавать за деньги, в Барнауле предостаточно. Отдых там не всем по карману. Минимальная стоимость часа от 200 рублей. Но из-за того, что официально разрешенный пляж забит до отказа, одни все же раскошеливаются, другие выбирают дикие пляжи. И там небезопасно. Однако без проблем не обходится и на муниципальном. Да, когда приходят выпившие сильно, некоторые даже на ногах не могут. И в воду шагают, падают, встают. То есть, ну, ты понимаешь, что он плавать точно не сможет, потому что он дойти не может, как бы. Ты начинаешь ему объяснять, что, дружище, давай, все, выходи. А пока любителям официального и бесплатного отдыха у воды приходится ютиться рядом друг с другом, словно никто и не знает о социальной дистанции. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.